Ком без зонтиков. Как вы думаете, почему мы ходили в школу даже в таких условиях? Когда я остался совсем один, мне ничего не оставалось, как ютиться в бомбоубежище, либо под свисом крыши своего дома, который был разрушен. А в школе были учителя и товарищи. Потому-то я и ходил туда. Так прекрасно иметь свой дом, где когда ты возвращаешься, кто-то говорит тебе с возвращением, как твои дела. Так и должно быть. В этой картинке есть все для того, чтобы понять, что такое мир на Земле. Между тем, в школьных занятиях настало время обеденного перерыва, и ученики один за другим приходят до руины. Дети выглядят так, как будто нашли себе интересное занятие, когда начинают пытаться узнать побольше об атомной бомбардировке. Помимо учащихся этой школы, более 30 тысяч человек ежегодно посещают руины начальной школы Сираяма. Большинство из них – учащиеся, приезжающие в рамках школьных путешествий. Вон Духа решает задать вопрос. Меня очень удивляет, что ребята, которые учатся в этой школе, добровольно приходят сюда, чтобы узнать об атомной бомбардировке. Во Вьетнаме многие молодые люди не испытывают особого желания узнавать о том, что происходило в прошлом. Интересно, какие приемы господин Экеда использует, когда старается донести до молодежи смысл своего послания? Дело в том, что и на родине Ха вопрос о том, как передать потомкам память о войне во Вьетнаме, которая закончилась 40 лет назад, тоже приобретает большую важность. В ответ Экеда объясняет, что он не просто рассказывает об атомной бомбардировке, но старается говорить о том, как можно уничтожить войну с корнем, прибегая при этом к знакомым и хорошо понятным примерам.